И снова всем привет, ребята, извините за долгое вступление, но телефон оказался, ну что, действительно интересным, из-за этого и хотелось бы, знаете, чуть-чуть что-то вот рассказать. Спинка стеклянная у нас, с дополнительным экранчиком, чтобы вы увидели, вот если вы отключаете наш телефон, у нас есть, вот указывается и время, и красивая картинка. Если захотели, ну что, изменяется ее, если захотели, включаете экран с помощью сканера, у нас он здесь есть и здесь. И в чем прикол? Смотрите, захотели вот так, что включается, что дополнительный экран. Что здесь тишина идет, и используйте в том случае, вот если сдыхает аккумулятор. Действительно, что классная штука. Но аккумулятор оказался у телефона вполне окей, и претензий, ну что к нему, вот я, ну что не имею. Экранчик 6,260, если я, ну что не ошибаюсь, Snapdragon 845 идет, 6 гигабайтами оперативки и 64 с постоянной. Единственное, что из недостатков, ну, чтобы я указал, что нет у нас как карт, ну, что в памяти, и китайцы отказались от использования, ну, 3,5. Но в любом случае, вот, ребят, ну, что в каркас из металла, именно, ну, что в плане дизайна, я считаю, что телефон, ну, что вполне изумительный. Экранчик у нас, ну, что основной идет в красивый, в классическом, ну, что дизайне. И китайцы здесь, ну, что полностью отказались от использования камеры. Они сделали, чтобы и селфи у нас было. Вот здесь, смотрите, что вы, ну, что увидели, вот как, ну, что включается это, если захотели. Ты включаешь селфи, здесь тухнет экран и включается, вот чтобы здесь. В конечном итоге, знаете, в чем плюс, что вы используете по факту, ну, что действительно для селфи здесь оказывается изумительный. Тем более, что и видео у нас пишется и 4K, и Full HD 60, ну, что FPS и 30, скажем, столько, что плюсы. Экранчик в пресс-солнце читаемо здесь, ну, что обалденная. С локализацией единственное, чуть-чуть сталкиваемся с проблемами, что вот нет именно, ну, что в переводе и в прошивке, в частеньках, ну, что вот есть английский. Ребят, ну, скажу, ну, что честно, знаете, вот, кто пользуется, ну, что телефонами давно уже, то вполне комфортно и не хотелось бы, ну, что примахиваться. Звучание изумительное идет. Вот я в блютузах, ну, что включал и с переходничком, что в комплектации вот идет, ну, что диво такое. Вот, ребят, ну, что вполне все комфортно, знаете, не хотелось бы, ну, что примахиваться к нему. Здесь, ну, что все, ну, что действительно оказалось окей. Ну, что динамики, звук, слышимость, общение, ну, что датчики включаются и срабатывают, ну, что вполне все супер. Синтетика, ну, что включается, и циферки у нас оказались еще чуть побольше, чем у Покафона, ребят. Ну, честно, знаете, синтетика это такое дело. Тем более, что здесь, я так думаю, что в прошивка идет, ну, что-то не глобальное. Что видите, вот со старта Antutu сказала, что у телефона установлен, что вот root. Значит, что-то, ну, что здесь не так. Еще столкнулся с проблемой с контактами. В стандартной звонилке вы включаете в контакты, и поиск у нас здесь, ну, что вот нет синхронизации. И хотя вот я включил ее в аккаунте и в настройках. Но скачивайте в контакты, и все, ну, что вы используете, у вас есть. Я думаю, что, знаете, что это не смертельная, ну, что проблема в конечном итоге, ну, для всего. И сигналом, кстати, ну, что там, где вот мой Realme X сдавал в позиции, то здесь сигнал вполне окей был. Потому что претензий, что к нему вот я абсолютно что-то не имею. Такая же самая ситуация и с Wi-Fi. Там, где был и Покафон, и Realme X сдавали, ну, что по качеству сигнала, то было, ну, что вот здесь, ну, что все комфортно. Вот единственное, что честно, из непривычки вот к сканеру, что сбоку привыкнуть, чуть-чуть, ну, что вот неудобно, тем более, что их два, знаете, но включается, сработает, ну, что вполне комфортно, знаете, здесь оно сделано все. Ну вот как-то, ну что вот иначе. Я знаю, что первый, ну, что телефон был из такой, ну, серии от компании, от любимой компании. От Meizu. Ну, там экранчик, ну, что компактнее был. Но телефоны, знаете, изначально, ну, стоимость вкусалась, и все на MTK, ну, и шли или Exynos. А это чуть-чуть не то. Ну что здесь у нас Snapdragon 800.
45-й идет, что дури и хватает для игрушек, ну что для всего. По синтетикам, по аккумуляторам, ну что в целом циферки оказались у нас, ну что вполне в комфортной. Я не знаю сейчас, как по-правильному все включить, чтобы вы увидели. Вот я сделал, смотрите, вот, ребят, ну что, Geekbench 4 идет, здесь скопировал. Синтетика Antutu оказалась 11700, у нас идет Geekbench 4, ну что, 200. Скажу попроще, что день использования вполне, ну что, комфортно в конечном итоге, что окажется у нас. Скажем, синтетикой, ну что, все вполне, ну что, комфортно и с приемом, и сигнала. Аккумулятор, ну что, все окей. К прошивке, знаете, вот, ребят, я сомневаюсь, что кто-то будет, ну что, покупать телефон с такими, ну, с целями, чтобы, ну, что, примахиваться, а не просто, что пользоваться им будет, чтобы, ну, телефон комфортный был. Еще отдельно, вот лично скажу от себя, вот именно, ну, что плавность интерфейса. Он здесь просто до такой степени, ну, что включается, знаете, и как-то все в комфорта включается и срабатывает. Я не скажу, что быстро, но оно, знаете, ну, что все плавно идет. Вот я взял, ну, что лупанул на Realme X в Color 7 OS, и, ребят, ну, знаете, оно, ну, что все быстро идет, но по факту заканчивается, ну, с тем, что оно идет, знаете, вот такими, ну, что вот рывками. И сказать, что это в комфортной, честно, я скажу, что нет. Вот здесь, ну что, им замечание. Это, ну что, из недостатков. А камере, ну что, что включается, у нас здесь есть, ну что, вот режимов. Их много по камере, ну что, снимают. В целом, вполне терпимо. Но не хочу лукавить, ну что, из Realme X втягаться ему еще ого-го. Что в любом случае, особенно в темноте, он все-таки, ну, слабенький. Ну, чувствуется, что сенсор здесь, вот, если не ошибаюсь, от Sony IMX 519 идет. И он, ну, пока еще, теперь уже еще не то. Но я думаю, кто с прямыми, ну, что вот руками скачает GCam сюда. И в таком случае вы будете, ну, что по камере, ну, что делать с ним, ну, что чудеса. Кстати, отдельно, ну что в камере, вот есть, ну что пункт искусственный интеллект, и в чем, ну что плюс его, он всегда, знаете, включался и срабатывал, ну что так, ну что как надо. Ты включаешь, ну что в темноте, он включал в темное, ну что сцена, ты фоткаешь здание, ну что пишется здание. Здесь, ну что, вполне комфортно за компанию, кто с прямыми, ну что вот руками, и у кого, скажем, вот есть, ну, что время, что попробуйте, ну, что для себя здесь, ну, что функции для, ну, что в частности и фото, и видео, их много он делает, ну, что действительно, ну, что чудеса. Что, но вот из недостатков, что говорю, что в темноте, в конечном итоге, ну, что детализация чуть-чуть, ну, что страдает, и все-таки, ну, что автофокус, вот изначально был, ну, что классный при условиях, ну, что классного освещения, но с плохим освещением он, ну, что сбивается. Окажется, ну, что интересно, в конце будет, ну, что в примеры и фото, и видео, чтобы вы, ну, что поняли, вот что я имею в виду. YouTube, ну, что все программы, ну, что включаются и срабатываются. Из упаковки у нас был, ну, что Play Market. Все вполне окей. Единственное, что интернет у нас, ну, что глючит вообще по полной. Что при том, что скорость у меня, ну, скажем, конкретнейшая идет, я думаю, что, знаете, в такой ситуации, ну что попроще оказалось бы, ну что отключиться от, смотрите, ну что в такого интернета украинский 4G, ну что включается и срабатывает, ну что изумительно. У нас, у меня вот есть и Kyivstar, и Live, ну что все включается и срабатывает окей. Задний экран, это вот, ребят, ну что, отдельный вот разговор. Скажем так, знаете, у всех телефонов вот есть Always On Display идет, ну что в телефонах, я так думаю, что слышали о такой функции, а здесь, ну что включается, что в заднем экране и смотрится все и красиво, и аккуратно. У нас есть, ну что время. Вот если аккумулятор, ну что заканчивается у вас, смотрите, ну что у нас есть и сканер, и здесь, и здесь. Зажимаете их два,
вот так и сюда, и включается дополнительный экран, и используйте его для экономии аккумулятора, что в некоторых ситуациях спасает, потому что действительно конкретно. Знаете, вот если вы вдруг там что заигрались или что, это тема сказка. Цена, вот ребят, ну что вкусается в конкретнейшее его, вот я вам скажу, ну что я считаю, что, ну, что $270 это чуть-чуть, ну что дорого, тем более за такие деньги вы купите и Vivo IQOO, да, по-правильному, и купите и Redmi в K20, да блин, ну что, вот Realme X2 есть, ну что телефоны, ну что лучше, но в плане, что дизайна, вы альтернативы ему, ну что, не откопаете. Он действительно, ну что, знаете, не все же хотят быть такими, как все. Вот этот телефон, ну что, действительно, оказаться быть, ну что, чем-то не таким. Знаете, айфоны вот есть у всех, Xiaomi вот есть у всех, а здесь, ну что, действительно, ну что, телефон вполне, ну что, интересно. И кто будет, ну что, кричать по поводу, что с руками, извините, сменил чуть-чуть, ну что, тип работы и со станками. Ну что, дело имею, иногда попадают, ну что, вот руки, из-за этого чуть испачканные бывают, чуть, ну что, с дырками и всем полностью. Но это дело, ну что, к телефону, ну что, вот не имеет. Телефон, что в любом случае, вот рекомендую. Кто вот хочет быть не клоном, шикарный телефон. Вот, ребят, ну что, все примеры и фото, и видео, и игрушек. Тут будут сейчас, ну что, ссылочки, и смотрите сюда. Оказалось, ну что, слишком вот неинтересно. Ставьте дизы, оказалось, ну что, плюс-минус терпимо, то ставьте, ну что, плюсы. Я стараюсь, ну что, только для вас, ребят. Скажем, ну что, для меня это ничего вот не приносит. Старайтесь и уважайте в чужой труд. Всем спасибо, пока.